Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня распаковка. Это распаковка иванского текстиля фирмы Василек. Мне не присылали ничего на обзор, я все выбрала сама и проплатила сама. Сумма данной посылки составляет 3574 рубля, сумма доставки составляет 338 рублей. Вес посылки 2 килограмма 330 граммов. Ввиду того, что это не прислано мне на обзор, данный текстиль, это будет, наверное, самый честный обзор ивановского текстиля Василек. Итак, давайте начнем. Посылка дошла достаточно быстро, я считаю, то есть буквально за 6 календарных дней посылка уже была мною получена. СМС-уведомления работают, то есть все, в принципе, достаточно быстро и просто. Давайте начнем распаковывать. Я ее еще не распаковывала. Хочу это сделать вместе с вами, чтобы вы видели, во-первых, и как упакована посылка, во-вторых, как говорится, свеженькие эмоции, в том числе и мои. Распаковываем аккуратненько. Запаковано все достаточно плотно. И начинаем смотреть, что у нас здесь есть. Заказывала я не только себе, заказывала я и членам своей семьи. Поэтому будут и разные размеры, и, как говорится, разный товар. Так, вот есть накладная всего моего заказа. Я оплачивала через банковскую карту. Там у них несколько вариантов, то есть можно оплатить на банковскую карту, можно оплатить на расчетный счет. Но мне, конечно же, проще было оплатить на банковскую карту, потому что я не имею расчетного счета. Итак, начнем мы с вами, пожалуй, с всем нужных вещей. Трусишки. Посмотрим качество пошива. Ну, как вы знаете, я шью сама, поэтому в качестве пошива немножечко-то я разбираюсь. Так, я заказала себе вот такого вот качества трусы. Трусы женские бамбук, что-то тут какие-то буквы непонятные, 44-46 я заказала. И вот такие. Цена трусов 34 рубля. Я здесь буду говорить вам в рублях по накладной, то есть без прибавления там и пропорционального выделения почтовых расходов. Но хочу вам сказать, что почта у меня составила 10% от стоимости самого заказа. То есть если у меня заказ был 3574 рубля, то почта составила 338 рублей. Практически 10%, чуть меньше, 9,5, возможно. Так, ну, качество пошива давайте смотреть. Здесь указан размер XXL. Обратите внимание, это что-то вообще с чем-то XXL, а здесь 44-46. Ну, ладно. Так, ну, качество сами видите, да, то есть нитки здесь. О, здесь он всего. Ну, качество пошива, так скажем. Ну, вот смотрите, везде нитки торчат. Видно вам, да? Везде нитки. Это не проблема, конечно, можно отрезать. Но это говорит о качестве пошива. А здесь так вообще, смотрите, ткань собралась. И ее в нужный момент не поправили. То есть я считаю, что это, конечно же, брак изделия. Вот мне его, собственно, и подсунули. Вот так вот все выглядит. Вот. Вот что касается трусов. Так, трикотажные изделия, костюм домашний.
звезды. Размер 44. Размер 44. Цена этого костюма 588 рублей. Ну, давайте посмотрим, что это за костюм. Так, вот такая вот футболочка. Ой, футболочка еще и с кармашками. Я, конечно, не люблю в одежде кармашки. Но, видимо, просмотрела, что данный костюм с кармашками. Такой он достаточно темный. Ну, качество, вот сами видите, то есть строчка на строчку заходит. Достаточно крупный оверлок. Крупная строчка. Так, ну сейчас выверну. Посмотрим, что тут у нас. Так вот. Вот так вот карманы прошиты. Горловина окантована. Ну, что касается ткани, в принципе, ткань неплохая, не имеет ярко выраженного запаха. Ну, конечно же, я это все буду стирать, но, ну, как бы запаха такого особого-то нет. Так, ну и штанишки вот на такой вот резинке. Лучше бы, конечно, на штанишках были карманы, чем на футболке. Я прям очень не ожидала, что там с карманами эта футболка. Ну, здесь качество пошива, собственно, такое же, как и на всех остальных вещах. Я, конечно, понимаю, что текстиль достаточно дешевый. Туника. Туника Барбара, что-то как-то так называлось, по-моему. Сейчас скажу. Туника-сорочка Барбара голубая. 44-й размер. То она такая махонькая. Не знаю, сюда влезу или нет сама. Ну, смотрите, здесь, видимо, что-то было приклеено вот такой вот штучкой. Но никакой этикетки нет. То есть штучку просто как-то мне сюда прикололи. Вот такой вот расцветки. Вот такой вот принт с велосипедом. Здесь опять-таки везде вон нитки. Смотрите, везде нитки. Так, выворачиваем, смотрим качество пошива. 252 рубля данная туника. Дешевая вещь. Качество пошива, вот видите сами. Горловина, да, прекрасно обработана. Здесь вроде бы тоже неплохо. Так, туника Барбара голубая. Следующее это мужские майки. Две штуки. Так, трикотажные изделия ХБ 100% ГОСТ, опять-таки для чего-то написан. Непонятно. Размер 48. Сделано в России. Смотрим, что за майки. Ну, майка выполнена достаточно неплохо. Ткань такая, рыхловатый трикотаж. Но что мы хотим за 105 рублей? Я, как вы знаете, сама шью, в том числе и мужские майки. Здесь вот ниточки. Можно их, конечно же, обрезать. Но я считаю, что торчащие нитки всегда говорят о качестве пошива. Здесь вот, если видите. Ну, достаточно такой тонкий-тонкий трикотаж. Достаточно рыхлый. Так, трикотажное изделие «Пташка». Это у нас домашний костюм, цвет мята, размер 60, стоимость 420 рублей. Опять-таки вот такая вот штучка, ничего на ней не висело, просто мне вот их складывают в каждый комплект. Так, вот такого вот цвета
Штанишки, вот они как раз-таки с кармашками, очень хорошо, вот такого цвета штанишки, приятная такая резинка. И вот такая вот туника. В том числе, я думаю, что будет всем интересно, как сидят большие размеры. То есть вот данный комплект у меня 60-го размера. И, конечно же, я вам напишу, хорошо он, нехорошо, на какой размер подходит и так далее. То есть подойдет ли нам. Данный костюм выполнен из вискозы. Ну, качество я уже здесь не буду смотреть. То есть мы с вами уже посмотрели несколько вещей. Качество пошива, я думаю, что вы уже поняли, какое, как говорится, какая цена, такое и качество. Вот, костюмчик, значит, у нас пташка, цвет мята. Костюм якорь. Так, здесь у нас стопроцентная вискоза или хлопок. Вот если сможете разобрать, то, пожалуйста, посмотрите. Размер 62, стоимость 518 рублей. О, такие штанишки симпатичные. Здесь тоже сделаны с кармашками штанишки. Смотрите, с кармашками. Такой якорё, якорь, сердечки. Какие-то надписи, очень классная широкая резинка. Так как размер большой, я все-таки думаю, что резинка должна быть широкой. Опять-таки, вот везде торчат нитки, смотрите. Ну, качество пошива такое же, как и в предыдущих изделиях. Ну, давайте я выверну шортики, посмотрим, что у нас здесь. Потому что здесь строчка темная и очень хорошо видно. То есть, смотрите. Качество пошива, качество строчки. Это всегда очень важно, я считаю. Это говорит о клиентоориентированности организации, то есть насколько они своим клиентам дорожат. Я считаю, что качество пошива в таких вещах это важно. Смотрите, одни нитки везде. И маечка. Мне что нравится, горловины и рукава достаточно хорошо обработаны и, ну, собственно, создают такой законченный вид в изделии. Вот это вот мне, конечно, нравится здесь. Далее, вот такой вот наборчик. Сейчас скажу, как это называется. Называется костюм женский в размере 62, стоимость 616 рублей. Я все открываю вместе с вами. До этого я не смотрела. Ого, такие интересные штанишки. Данная модель со штанишками. Вот это вот чудесный, конечно, комплект. Смотрите, здесь на кулиске. Ну, то есть можно и вытащить, потому что здесь еще вставлена резиночка. Вот такая вот кулиска. Здесь кармашки, опять-таки. И смотрите. На ножке тоже сделана резинка, чтобы они никуда не спадали. Но мне очень нравится эта расцветка. Расцветка просто чудесная. Так. Это у нас хлопок стопроцентный. Вот. А модель называется ДК-639. И смотрим футболочку. Футболка обычная белая с таким вот рисунком. Тоже хорошо выполнена горловина. Горловина не глубокая, то есть не лодочка, ничего, а как раз-таки так, как нужно. Вот этот костюмчик мне очень понравился, даже не буду его выворачивать на швы, чтобы не расстраиваться. Вот, но штанишки вообще просто чудесные. Штанишки просто супер. И расцветка, и качество самой ткани мне, конечно, очень понравилось. Костюм. Так, это у нас дачный женский костюм большого размера. Называется. Вот такой вот расцветки. Очень интересный. Размер 62. Стоимость 504 рубля.
Так, здесь у нас штанишки. Вот опять смотрите. Видите качество оберлока? Здесь у нас бриджи идут. Обычные черные бриджи. Такая вот не толстая резинка. Достаточно тоненькая. Размер 62. Есть маркировочка. Ткань приятная. Обычный трикотаж. Хлопок 100% написано. И вот такая вот футболка с пуговочками. И вот такие вот огромные карманы. Ну, видимо, предполагается, что дачники все складывают, ходят в карманы. Очень интересные вот такие вот огромные карманы, тоже отстроченные бейкой. Достаточно хорошо, кстати, сделано. То есть и пуговки на своих местах, и горловина хорошо обработана. И рукава, смотрите, тоже интересно обработаны бейкой. Не просто подшиты, обработаны бейкой, если вы видите. Также отстрочены бейкой карманы. И низ изделия тоже отстрочен бейкой. Вот такой вот интересный костюм в темных тонах. Спинка, ну, смотрите, тоже везде эти нитки. Спинка такого же цвета, вот геометрический рисунок, а штанишки просто черные. Сарафан называется «Маргаритки». Размер 62, а здесь, смотрите, размер 44, а здесь 62, смотрите. Так что будьте внимательны, и, ну, я пока еще не расстроилась, надеюсь, что он все-таки 62-го, да, он 62-го размера, прекрасно, а здесь, смотрите, написано 44. Так, это у нас хлопок. Стоимость данного сарафана 364 рубля. Смотрите, какие здесь аксессуары. То есть можно их подвинуть, можно их, я думаю, вообще, наверное, снять. Качество, опять-таки, обработки швов, смотрите. В изделии важно, я считаю, это качество ткани и качество пошива. То есть качество ткани в васильке, кроме вот этих вот белых маек, мне понравилось. Белые майки очень рыхлые, и я думаю, что они не прослужат долго. Ну, казалось бы, 105 рублей, но тем не менее, все-таки качество должно быть качеством, и они тогда должны писать, что ли, на сайте, что тонкий трикотаж или как-то еще делать акцент, потому что человек платит свои деньги. Вот. И я... Мне очень нравится смотреть обзоры, видеообзоры на ивановский трикотаж, конкретно на Василек. Собственно, почему я и решила сделать такой, в принципе, я считаю, достаточно большой заказ и по деньгам, и по количеству вещей. И, собственно, я считаю, что необходимо показать качество пошива вещей, которые вы будете носить после того, как вам пришли вещи. То есть здесь, смотрите, тоже рисунок, да, как пропечатан. То есть, видимо, из разных рулонов брали ткань. То есть здесь вот очень-очень пропечатан, здесь так более блекло. Ну, конечно же, интересен сам факт, как ведут себя вещи после стирки. Остается ли цвет, меняют ли... Изменяется ли там длина, ширина и прочее. То есть этого я тоже ни у кого не видела, не слышала. Думаю, что я вам напишу об этом в инфобоксе, когда я все это постираю и примерю на себя. Так, здесь вот такие вот карманчики. Карманчики, кармашки. Вот такие карманы, в общем, здесь выполнены на этом сарафане «Маргаритки». Веселая ткань, веселый такой фасон. То есть вот я надеюсь, что не очень узкая пройма будет.
померю вещи и, конечно же, вам скажу, подошли они мне или нет. Вот это был весь заказ трикотажных изделий фирмы «Василек». Так, включаюсь я еще раз после произведенной примерки, что хочу сказать вот по этим вот маечкам мужским. Майка подошла и по размеру, и по проймам. Ну, в принципе, майка понравилась, все хорошо с майкой. Ну, смотрите, у меня весь фон теперь вот в нитках. Так, что хочу сказать по своим вещам, да, трусы 44-46, они маломерят, я думаю, что они идут на 44 размер, на 46 я думаю, что не стоит рисковать и их заказывать. Далее, сорочка вот эта вот Барбара, размер 44, она мне прям впритык, хотя я ношу 42-44 размер, туника это впритык, вот опять-таки, смотрите, везде вот эти вот нитки торчат, здесь вот тоже, понятно, что их можно отрезать и прочее, но опять-таки я вам рассказываю о качестве пошива и о качестве полученной посылки. Горловина широкая достаточно, то есть если вы хотите тунику, либо сорочку, либо футболку с узкой горловиной, то, наверное, я вам не порекомендую. То есть горловина достаточно широкая. Не знаю, как поведет себя после стирки, но сейчас прям вообще впритык. Чего не скажешь о костюме звезды. Костюм звезды, широкая футболка, широкая и короткая футболка, как раз то, что я не люблю. Размер также 44. Вот здесь вот эти вот кармашки непонятно для чего сделаны. Ну, в общем, футболка короткая, вырез тоже достаточно глубокий. И в итоге верхняя часть домашнего костюма получилась широкой и короткой. Штаны домашнего костюма, понятно, какими они должны быть, все это прекрасно, но они тоже короткие. То есть мне по росту не подошло совершенно, хотя вот здесь вот, смотрите, размер 44, рост 170, 88, 96. То есть он мне даже должен был быть немного большим. Хочу вам по большим размерам также оставить свой отзыв. То есть вещи все подошли. Вот этот вот дачный костюм прекрасно сел. Вот этот вот костюм вот с этими очаровательными штанишками, которые мне понравились больше всего, тоже сел прекрасно. Сарафан с маргаритками тоже сел отлично. И плюс еще хочу сказать, что здесь вот эти вот пряжечки, которые есть, их можно двигать, если пройма очень широко, то их можно подвинуть вниз, и пройма она как-то вот становится поуже. То есть тоже вот, ну смотрите, вот нитки опять везде торчат. Ну, то есть сарафан маргаритки тоже прекрасно. Вот данный трикотажный комплект пташка мята тоже сел очень хорошо. И штанишки тоже. А вот этот вот костюмчик якорь, в штанишки хорошо, а в майке очень глубокая пройма, она широковата достаточно. Здесь комплекты сели все очень хорошо, без нареканий. То есть большие размеры, шьют хорошо. Можно брать. Вот 60-62 взяли, но качество пошива опять-таки такое же, то есть все там торчащие нитки и прочее, прочее. Ну это ладно, это можно их будет срезать или там что-то как-то предпринять. Ну вот, обещала вам тоже по большим размерам сделать вставочку, вот делаю. Впечатление о посылке следующее. Еще раз делаю акцент на том, что это честный обзор товара и куплен за собственные деньги, а не прислан мне на обзор. Критерии моей оценки следующие. Первый критерий – это работа интернет-магазина. Фото на сайте красивые. Описание, я считаю, неполное. Указано только, из какой ткани
выполнено изделие, из чего состоит комплект. И, на мой взгляд, было бы не лишним указать длину вещи, потому что кто-то любит подлиннее, кто-то любит покороче, кто-то любит брючки до щиколотки, а кто-то любит и 7 восьмых от длины. Также считаю, что было бы не лишним указать на наличие карманов, оформление элементов бейкой, кулиской, широкая или узкая резинка в шортах либо в брюках. Я считаю, что это также будет и определенным плюсом в работе этого магазина. Столкнулась также с тем, что несмотря на то, что интернет-магазин работает с физическими лицами, тем не менее некоторые категории товара доступны к покупке только от определенного количества. Вот, например, хотела я заказать упаковку вафельных кухонных полотенец. Упаковка это 5 штук, но возможно купить только от 5 таких наборов. И у меня встает, конечно же, вопрос, для чего физическому лицу покупать 25 полотенец одного вида и одного цвета. То же самое с банными вафельными полотенцами, то есть мне сайт не дал заказать такое количество полотенец, которое нужно было мне. Но, тем не менее, хочу сказать, что сайт работает хорошо, быстро, и заказ от оплаты до получения у меня прошло 6 дней всего. То есть я считаю, что это очень хорошая, очень быстрая работа сайта, прекрасный показатель. Так, второй критерий – это качество ткани. Качество ткани, я бы сказала, удовлетворительное. И если трикотаж однотонный и светлый, то это не бросается так в глаза. Но если это рисунок, то он пропечатывается наизнанку, что вот можете посмотреть видео. Это конкретно касается сарафана Маргаритки. Хочу показать вам майки, да, то есть майки же вот они, собственно. Но это нательные майки, конечно, что говорить, они не должны годами носиться. Но тем не менее, тоже достаточно такой трикотаж тонкий. Так, ну и качество пошива. Об этом я говорила в видео, наверное, на каждой вещи. Для этого я выворачивала практически каждую вещь, чтобы вам показать качество швов, качество проложенной строчки. Много ниток торчащих, строчки оверлока заходят одна на другую. Это также в видео хорошо видно. Но, тем не менее, есть определенные плюсы. Очень хорошо выполнена окантовка бейкой деталей. Пояс резинка, мне понравилось, как обработан. Горловина, рукава. Рукава, если вот тоже бейкой обработана, то тоже хорошо. Вот горловина здорово обработана. Смотрите, ну прям отлично. Я считаю, что данные элементы выполнены достойно. Ну и подводя итоги, хочу сказать, что вау-эффекта от посылки, конечно же, у меня нет. Постаралась вам детально в обзоре показать, рассказать, в том числе и по размерам все. Ну и огромный плюс для меня, то, что вещи не имеют неприятного постороннего запаха. Я считаю, что в таких вот посылках из интернет-магазина это, возможно, даже самый главный показатель. Пожалуй, на этом все. Завершаю я свой обзор. И спасибо вам за внимание, спасибо за то, что смотрите. Подписывайтесь на канал. Добра и бантиков!